Работа на заводском шоссе кипит и днем, и ночью. Реконструкцию по федеральной программе безопасной и качественной дороги делают в две смены. На участке в больше чем 1,5 километра трудятся больше 50 рабочих. Почти 20 спецмашин. Самосвалы, грейдеры, бульдозеры и экскаваторы. Завершена укладка теплотрассы. Заканчивается обустройство ливневой канализации. К концу недели обещают провести все коммуникации. Остается только дорожная одежда. Наружные освещения, они следом прямо за нами идут. Как асфальт мы укладываем, они сразу начинают фундаменты закладывать, кабели ставят, мачты освещения. По плану проезжую часть заводского шоссе расширят в 2 раза – с 7 метров до 14. Здесь будет по 2 полосы движения. Ремонт идет комплексно. На дороге можно увидеть все этапы работ – от засыпки нижнего слоя до укладки верхнего и установки бордюрного камня. Мы до 1 ноября должны отчитаться перед Москвой о выполненных работах и завершениях. Поэтому здесь вам, конечно, надо постараться и отчетность сдавать на проверку, чтобы мы могли с вами рассчитываться, тоже от вас зависит. Подрядчик обещает ускорить темпы, в сентябре уложить весь нижний слой и приступить к верхнему. Завершить реконструкцию заводского шоссе планируется 30 октября. Олеся Корецкая, Константин Головин, события.